Потребителям электроэнергии, пожелавшим участвовать в акции «Будь мобильным», требовалось заполнить анкету для регистрации и в течение срока проведения мероприятия выполнить определенные условия. Своевременно вносить оплату, передавать показания счетчика, оформить подписку на доставку электронной квитанции и не иметь задолженности за электричество на 10 ноября. Всего выполнили условия акции 88 зарегистрированных абонентов. Каждому лицевому счету был присвоен порядковый номер по очередности регистрации в акции. Сейчас среди них мы и проведем розыгрыш призов. Розыгрыш проведен с помощью программы генератора случайных чисел в прямом эфире. Номер 10 – лицевой счет, номер 75538, номер 76. Все наши абоненты, которые выполнили условия акции, были допущены к розыгрышу призов. Главный приз – это мобильный телефон. У нас достался одному потребителю и 20 поощрительных призов с 1000 рублей на лицевой счет, как приз за оплату электроэнергии. Вот, всех поздравляем, ждем на следующей неделе, всех обзвоним, пригласим и вручим в торжественной обстановке наши призы. Отметим, что это не единственная и не последняя акция, проводимая Россети Сибирь ТВЭнерго в нашей республике. Ожидаются и другие, интересные и выгодные. Мерген Оюн, Буян Оюн, Ангар Тюлюш, телеканал Тува-24.